такая, но каждая новинка с Урон, Шторм, собственной персоной, презентация, внимание и далее. Вот так вот он будет выглядеть уже в реальном виде. Это не прототипа, рабочая модель. Поставки начнутся совсем скоро. А сейчас мы расскажем о подробностях прямо с выставки. Итак, друзья, вот он, Сурон Шторм. Немножко подробностей. Значит, пиковая мощность порядка 22,5 кВт. Съемная батарея 96 вольт на 48 ампер часов. Литиевая Sony бренд, производитель. Съемная батарея снимается, в принципе, достаточно легко. Снимается эта крышка, и у вас батарея доступна. Центральный мотор, вы видите. 22,5, это пиковая мощность. Вот я вам сейчас немножко подробностей покажу. Вот здесь вы можете почитать. И, нажав на паузу, видите, вес 118 кг, 120 кг грузоподъемность. Пиковая тяга, точнее, просто тяга 520 ньютон-метров, 45 градусов уровень подъема, скорость 110 км в час и запас хода до 100 км в час. 3 часа заряжается. И вот вы видите, как смотрится на нем уже взрослый, высокий мужчина, в отличие от обычного Сурон X. Это полноценный байк. Видите, у него цепной привод, дисковые тормоза. Больше подробностей вам сейчас покажу про подвеску. Закрыта амортизатор уже сразу полностью. Вот. Нам сейчас его включили. Кнопка турбо есть, на 20 секунд дает какой-то турборежим. Есть, вы видите, разные режимы скоростные, небольшой дисплей, место для зарядки телефона, USB разъем. Вот. Передняя подвеска. Диск закрыт, вы видите. Тормозной диск. Вот так это выглядит. Подробно показываю, потому что много любителей данной техники. Вот у нас, собственно, батарея, понимаю, которую можно вытащить, снять. Закрытые амортизаторы. Такой вот полноценный байк Сурон Шторм. Как вам эта новая модель? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Интересно ваше мнение. Насколько готовы покупать такую модель? Кстати, рекомендованная цена порядка $7000 розничная, что в принципе немало. Но, как говорят, он стоит своих денег. Посмотрим. Друзья, смотрите, высокий мужчина сел на байк и смотрится на нем достаточно органично. На Model X ему было бы, конечно, неудобно. На Сурон X. Вот на этой модели. Вот такой вот он, новый Сурон.
весной 2020 года уже поступит в продажу и будет доступен к заказу. Сейчас можно, в принципе, делать предзаказы. Будете одни из первых обладателей.